Метрополис откладывается. Планы по следующему большому обновлению эфириума меняются. Как сообщает CoinDesk, разработчики эфириума откладывают запуск из-за недовольства пользователей, предпринимателей и рынка. С другой стороны, план внедрения включает как разработку, так и глобальные изменения. Как заявляют официальные лица, обновление будет запущено в два этапа – Византия и Константинополь. Первый будет включать в себя ранее объявленные обновления, такие как Zcash, корректировки ошибок, операции Return Data и Static Call и другие характеристики. Константинополь же упростит процесс оценки транзакции и сделает ее более безопасной. Дата релиза этапа Константинополь из-за некоторых угроз безопасности в коде эфириума не указывается.